В Кривом Роге продолжаются подземные забастовки. 300 горняков, шахт Юбилейная и имени Фрунзе уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность. Горняки требуют проиндексировать зарплаты. Говорят, в 2014-м до инфляции они получали по $500-600 в гривневом эквиваленте. Но администрация предприятия обещает повысить зарплату максимум на 12%, и то лишь в конце года. Протестующих это не устраивает. Пока шахтеры бастуют под землей, их родные перекрыли подъезд к шахтам и остановили отгрузку угля. Компания повинна все-таки Євраз Сухабалка. Вони повинні звернути якраз на це увагу, бо ситуація дійсно може бути некерована. І вона може перерости з економічних вимог до політичних.